Уважаемые коллеги по хобби, для начала я хочу показать вам, как называется матрица на восстанавливаемой мной ноутбуке, и показать состояние шлейфа. Как я уже говорил ранее, шлейф был оторван от платы управления и перепаян мной. К сожалению, видно, я не очень хороший мастер паять такие целлофановые шлейфы. Вроде все запаяно. Тестером ножки между собой не звонятся. Но где-то, видно, есть неконтакт. К сожалению, фантазии не хватает, как это можно найти и устранить. Сразу извиняюсь за качество фотографий. К сожалению, получилось, что я небольшой специалист в макрофотосъемке. Для этого просто наделал побольше фоток. Ну и по завершении посмотрите, что получилось на экране монитора при включенном компьютере. Так, друзья, теперь я вам покажу, как работает монитор. Шлейфы монитора были оторваны от платы. Потом их припаял я, но видно, припаял не очень аккуратно. Видите, как? Все полосатенько. Яркость, вот, кручу яркость, смотрите. Туховато видно, но меняется. И контрастность тоже. Вот, видите, контрастность. Кручу. Все регулируется. Вот такая вот полосатость. Включаем с измененными настройками жесткого диска. Так, на флоп ругаются, батарейка дохлая. Чипсет тоже что-то ругается. Так, F1 продолжить. Девяносто пятый пошел. Когда по стране семимильными шагами шел 95-й Windows, я поддался и поставил на этот ноутбук вместо 3.11 95-й. Но нервов работать в таком режиме, конечно, долго не хватало. Но, в принципе, ноутбук работал. О, плетеночка. Когда немного ускорю запись, видно, видно, экране, нет. Чтобы вы вечно не рассматривали плетенку на большом экране. Конечно, в те времена такой монитор бы вообще считался фантастикой. А сейчас с таким разрешением ущербно смотрится. Так, панель управления. Трекболом непривычно пользоваться. Так, посмотрим систему. Так, видим Цирикс, 4 мегабайта АЗУ. Короткий обзор, а потом пройдемся по параметрам поподробнее, тыкая в каждую строчечку. А это просто, чтобы вы увидели, что здесь есть. Девяносто пятый Windows. Так, ругается на стандартная мышь для порта PC2, PS2. Так, ну ее и нет. Так, и на флопик ругается. Остальное вроде нормально. Так. Так, посмотрим видео какое. Чипс Супер ВГА. Диск. Ну, диск он стандартный, 48. 340 мегабайт вроде. Или 360. Так, скази.
Скази есть лептековский. Так, про монитор пишет. ВГА 800 на 600. Так, порты. ЛПТ 2 кома. Так, сетевая плата есть. Контроллер удаленного доступа. Сетевая. Вот так вот. Так. Ну, сейчас системное устройство попробуем откроем. Ну, стандартно. Все. Так вот. Так, ну, в быстродействие заглянем, что он там нашарашил. Так, 4 мегабайта, свободно 95%. Так, файловая система, часть дисков работает в режиме MS-DOS. Так, уплотнение не установлено, PCMCI нет. Так, установить больше оперативной, ну, стандартно. Ну, то все. Ну, сейчас диск посмотрим. Диск не разбит на части. Одним куском. Так, смотрим свойства. Так, ну вот 343 мегабайта полная, 145 занято, 198 свободно. Вот так вот. Так, сервис запустить. Дефрагментация как пойдет. Или проверку затребует, не знаю. А, дефраг не установлено. Вот так вот. В 95-м ее ставить надо. А проверка, что это такое? Так, программа скрин заражена 524 килобайта. Потерянные фрагменты. Да бог с ним, так. Пускай преобразуется. Так, вот скандиск. Результат. Полную запускать не буду долго. Если надо, запущу. Вот на этой радостной ноте я, наверное, и закончу.
свой последний видеосюжет про этот древний ноутбук на 486 процессоре. Как видите, он дожил до 95-го Windows и, в принципе, мог на нем даже немного работать. Ну а если учесть, что он после этого более 20 лет провалялся по шкафам и антресолям и остался почти в живом состоянии, это вообще можно его считать чудом техники того времени. Вот это была аппаратура. Делалась навечно и для людей. Всего доброго, друзья! В завершении всего я еще хочу попросить вас посмотреть на этот ноутбук со всех сторон. Потому что до этого фотографии со всех сторон я не показывал в своих видео. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго. Спасибо за внимание.